Кус мевсімінің бірінде күнлері бізні серін елчігінен қуандыра, тамам шу вақыт чешіт қасталықлар пейда ола. Сырды гүлкі кус чешіт классик қасталықларының пейда олуф мевсімідір. Аллергия – бұғымлар ағрысы ве ән популяр ойырви қасталығыдыр. Бұл насыл қасталық олғанына келініз мутихастан сұрап білейік. ОРВИ – это группа вирусных заболеваний, которые могут вызываться различными вирусами, тропные к верхним дыхательным путям. То есть это вирусы, аденовирус, риносинцитиальный вирус, даже коронавирус относится к ОРВИ. И схожей симптоматикой для этой группы заболеваний является озноб, повышение температуры тела, ринит, выделение из носа, боли в горле. И в более далеко зашедших случаях может быть пневмония. Не үчін чоқысы инсанлар күз мевсіміні ән телікелі мевсім дет саялар. Себебі садедір, авалар сувуй, күнлер қысқа ола, яғмұрлар сық-сық яғмаға башлай. Бойлекі бүденішмелер инсанның иммунитетіне деде сыр әте. Әрбір қасталықның осы дәвеленмесі бар. Специальных средств, профилактирующих данное заболевание, не существует. Есть сезонная профилактика, вакцинация от гриппа, есть вакцинация от коронавирусной инфекции, от риносинцитиальной инфекции вакцинации не существует. Рекомендация – это избегать людных мест, в садике и в школе это, к сожалению, невозможно, частое мытье рук, проветривание помещений, влажная уборка в помещении. И родители должны быть готовы к тому, что ребенка растить в вакууме в абсолютно стерильных условиях невозможно. Узвейтіміз заифлашып, вирус қасталықларынен күрешіп оламай. Бұл вақытта біз озымыз ән бірінде ярдымыны бермеге тұрышмақ керекміз. Вы можете ежегодно давать ребенку витамин D в возрастных дозировках. Также при необходимости, если назначить доктор, омегу-3, то есть это полиненасыщенные жирные кислоты. Стимуляторов иммунитета, каких-то профилактических средств, которые повышают иммунитет, их не существует. Для того, чтобы у ребенка был устойчивый организм к воздействию тех или иных возбудителей, вы должны не рекомендовать, а растить его в условиях, чтобы организм ребенка был устойчив к понижению температуры. То есть при охлаждении, промокшие ноги, более сырая погода на улице, чтобы не пугало вашего ребенка, и организм был уже к этому приспособлен. Күз мевсімінің башланмасынен өзімізге мұқай талмақ керекміз. Мутихасыларының тәфсиелерін ұдынлеп, сыжақ чак киінмеге тырышмақ керекміз.